Всем привет, продолжаем узнавать что-то новое. Я сам узнаю новое. Кирка в латинизированной форме Цирцея. В греческой мифологии дочь Гелиуса и Океаниды, Персеиды. По некоторым авторам дочь Аполлона и Феи. Сестра Пасифая, родственная с Гекатой, богиней Луны. И как Геката и Медея, представительница чародейства, колдунья. По Гомеру жила на острове Эя. Именем ее был назван мыс на итальянском берегу Лации. Обитала у Тиренского моря. Прибыла на остров в колеснице Гелиуса. Очистила аргонавтов после убийства Апсир. Известны также два сказания о безнадежной любви Кирки к морскому богу Главку, которому Кирка отомстила тем, что силы своих чар обратила в чудовище его возлюбленную Скиллу и к царю Авзонов, сыну Сатурну Пику, который богиней был превращен в Диад. Ну а что касается Одиссея, Одиссей был занесен во время своих блужданий по морю на остров, где была Кирка. Когда часть спутников отправилась для исследования острова, она была обращена Киркой в свиней. Одиссей отправился один к дому волшебницы и с помощью данного ему Гермесом чудесного растения победил чары богини, которую признала в отважном гости Одиссея и предложил ему остаться с ней на острове, разделить ее любовь. Одиссей согласился на предложение, но прежде чем заставить ее поклясться, что она не замышляет против него ничего дурного и вернет человеческий образ его спутникам, обращенным в свиней. Прожив год на острове в неге и довольстве, Одиссей по настоянию товарищей стал просить Кирку отпустить их на родину. Надо сказать, что Кирка научила Одиссея делать узлы. По Гесиоду от Одиссея у Кирки родились сыновья Агрий и Латин. Или Латин, может быть, так ударение ставится. По другой версии, она родила от Одиссея сына Телегона. Позднее Кирка вышла замуж за Телемаха, но была убита им, когда тот полюбил ее дочь Кассифону. Ну вот, наверное, и все вкратце о Кирке в латинизированной форме Цирцеи. В греческой мифологии дочь Гелиуса и Океаниды Персеиды. Все, пока-пока, до свидания.